анонсировать просто те методы, которые считаются нужными, степа нотации, и в таком случае он будет показывать, что вот ваш тест-кейс состоит вот из таких-то тест-степов. То есть если это все анонсировано, ну, если все методы, из которых состоит тест-кейс, если они достаточно структурированы, если они достаточно, их название соответствует тому, что они делают, то в итоге получается очень все понятно. Ну, когда-то к себе только это все складывается, или концепт тоже бросает? В смысле концепт тоже бросает? Ну, когда тест бежит, там концепт бежит, всякое, там можно лоб-3 использовать. В консоли можно написать листами на юзерские ивенты, и могут использовать кнопку дефолт. А если тест упал, да, да, конечно. Не, ну он сам не будет делать скриншот, но мы можем добавить скриншот. То есть мы, опять же, скриншот делаем, не знаю, как у вас сейчас делается скриншот, просто Allure будет отображать. То есть туда можно добавить, в принципе, как attachment, туда можно добавить слоги, скриншоты, все что угодно. Мы можем добавить, ну как, attachment. Там есть даже специальная аннотация, attachment. Да. Значит, сейку, у вас не было проблем, когда поменяли браузер версии и картинки уже не может решали, то есть, может, в принципе, секулер, он хорош, когда вам надо, не знаю, автоматизировать какую-то свою рутинную работу, например, он очень удобен в таком плане. То есть, да, работа с картинками, она подразумевает, что, во-первых, у вас всегда экран должен быть не залочен, у вас аппликация рабочая всегда должна быть активная. То есть чуть изменилась версия браузера, да, соответственно, вы переделываете картинки. Но как какой-то там домашний solution, он, в принципе, достаточно хороший. Алгоритмы распознавания в секунду, они очень примитивные. Никак, он смотрит чисто вот на карте. Нет, там есть Precision, он пытается скинуть, что делать. Он ищет картинку один в один. Если как в один в один, представляете, как будет там стрелочка, скажем, наверх на маленькое разрешение. Ну, в том-то и дело, он не будет работать. Есть? Нет, там есть, там был параметр, типа, который можно, типа, насколько совпадение. Можно набирать, цвета убирать, ну, типа, вот этот цвет, может быть, он будет. Нет, ну мы можем указывать, насколько должно быть совпадение, да, но в целом, то есть если, грубо говоря, поменялось разрешение и совпадение больше там стало меньше, чем 90%, вы не найдете. То есть в целом мы же как бы один в один, ну, допуская какую-то погрешность. Это такой solution для того, чтобы другие вообще не автоматизируют, раз, через секунду полез. А эти сатузы, они бесплатные? Все бесплатные. Сегодня бесплатные. Граф можно строить любым тулом? Ну, граф можно строить любым тулом, который строит граф. Это формат GraphML, основанный на XML, и там есть 5-10 тулов. Его, в принципе, да, можно так даже писать. Из головы в нотопаде. Но их довольно много этих тулов, которые строятся в лаву. Майнмэп? Майнмэп? Почему? Ну это другой немножко тул. Какой должен быть тул, чтобы он сгодился?